Сегодня день Конституции России. Татарстанцев поздравил председатель Государственного совета республики Фарид Мухаметшин. Он отметил, прошедшие годы дают нам все основания с гордостью признать, заявленные в Российской Конституции идеалы и ценности, цели и механизмы их достижения прошли проверку временем, доказали свою состоятельность и незыблемость. Знание и неукоснительное применение и соблюдение законов – это требование жизни в демократическом государстве с развитым гражданским обществом, мощный рычаг для повышения качества жизни и роста благосостояния каждого татарстанца, говорится в поздравлении.